Чистят дороги в Нарьян-Маре. За февраль из города на полигон компании «Чистый город» вывезено 8 тысяч кубов снега. На расчистку автомобильных дорог, дворов и тротуаров ежедневно выходит до 15 единиц техники. За минувшую неделю на полигон вывезено более 2500 кубометров снега. Как проинформировал главный инженер учреждения Константин Федоров, на расчистку автомобильных дорог, дворов и тротуаров ежедневно выходит 5 КАМАЗов, 4 универсальных погрузчика, 3 погрузчика «Амкадор» и 1 грейдер. Напомню, с 1 февраля в соответствии с муниципальным заданием «Чистый город» занимается содержанием городских дорог, включая междворовые дороги, части пешеходных дорожек и тротуаров. Содержанием 5 автомобильных дорог занимается Нарьян-Мар-Доримстрой.